Здравствуйте. Ну что, заканчивается зима, завтра начинается март. Вот они, коты. Завтра они станут мартовскими. Ну, во всяком случае, рыжий сегодня уже с опережением. С утра или с ночи, в ночь ушел и только что появился. Так что еды ему не досталось. Ну что ж, после таких походов они хорошо вес сбрасывают. Думаю, что им полезно будет пошляться по этим кошкам. Немножко с себя вес сбросят. Но сейчас все-таки я его покормлю. Ну, конечно, я думаю, что и эти коты начнут участвовать в трапезе. Так, сейчас я несу вам. Ну идите, дорогие мои. Сейчас я вам нагружу. Ну что же, давайте, идите, ешьте. Вот дикий, вот это вот дикий кот, до сих пор вот не очень меня пускает, но иногда дает погладить, иногда. Иди ешь. Эти, думаешь, ну иди ешь. Подкрадывайся сюда, иди. Ешь. Хороший. Ну не бойся. Так, отойду я, чтобы не мешать им. Так. Ешь, иди. Красивый кот с белой бабочкой. Просто. Седые усы, ну такой красавец. Красавец.
пришел с осени, такой худющий был. Вот. А сейчас, кажется, уже, можно сказать, три кота, три толстяка. Ешь, 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 ешь. Нагулялся? Ешь, рыжик, ешь, хороший рыжик. Ешь, ешь, ешь. Ешь, ешь, ешь. И ты ешь, ешь. Не бодайся. Так, ну, все. Хорошего помаленьку. На сегодня до свидания. Ставьте лайки. По просьбе одного из подписчиков побольше, подлиннее ролик снять про этих котов. Ой, ой, ну какой же толстый, прям невозможно. Ну, посмотри в камеру-то, толстяк. Животина просто. Ну, чего? Господи, как вы пролазите в дырку там? Я просто не понимаю. Иди, скорее бы вы в загул ушли, похудеете и мне немножко отдых дадите. Ну, до свидания. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.